إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение книги, которая называется عشر مسائل تهم المسلم. И بإذن الله تعالى сегодня мы уже подходим к завершению чтения и сегодня иншаллах закончим чтение этой книги. До этого были прочтены нами 8 пунктов из 10 пунктов, которые должны заботить каждого мусульманина. 8 мы уже прошли, разъяснили, усвоили بإذن الله تعالى. Переходим к 9. Вкратце только пробежимся еще раз. Может быть, есть те, кто до этого не присутствовал на уроках. Мы сказали, первый вопрос заключался в том, чтобы уверовать в существование Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Второй, чтобы вместе с этим мы еще к этому добавили нашу веру в господство Всевышнего Аллаха. Что значит господство? То, что Он единый Творец, управляет всем и владеет всем. К этому мы также должны подтвердить, как третий пункт у нас был, то, что Он, Всевышний Аллах, Творец и Создатель всего сущего, обладает божественной природой, то есть заслуживает того, чтобы Его за это обожествляли. Считали, что он заслуживает поклонения. Четвертый пункт. Мало того, что мы должны подтвердить, что он заслуживает поклонения, мы должны начать поклоняться ему, табарака ва тааля, разными видами поклонения, которые он узаконил, которые он повелел. В шестом пункте мы сказали то, что мало того, что мы ему поклоняемся, мы не должны поклоняться никому, кроме него. То есть мы должны уединить его в этом поклонении. Седьмой пункт, если я сейчас со счета не сбился, седьмой пункт, то что также вместе с тем, что мы сами начали поклоняться единому Аллаху и не предаем ему сотоварищей, мы должны быть убеждены, что поклонение кому-либо кроме него считается неправильным и недействительным, считается ложным. Нельзя никому поклоняться, даже если кто-то другой помимо нас поклоняется кроме Аллаха, мы это не одобряем ни в коем случае. Это был шестой, если не ошибаюсь, пункт. Седьмой пункт, что мы любим тех, кто поклоняется единому Аллаху и верит в Него одного. И, соответственно, обратно относимся к тем, кто не верует во Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, или же предает Ему сотоварищей, то есть к неверующим и многобожникам. Тай, после того, как мы поняли, что нужно поклоняться единому Аллаху, мы дошли до девятого пункта. И шейх говорит, «Аль-мас'алату тасиа». Девятый вопрос. Антакуна ибадатуки аля суннати Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, лейса аля хавак. Вот это поклонение, которое мы адресуем единому Аллаху и не предаем ему в нем сотоварищей, оно должно быть по сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям. Оно должно соответствовать пути Мухаммада алейхи саллату вассалям, а не так, как нам этого хочется. Мы должны поклоняться не так, как мы хотим, как мы выдумали, как мы измыслили. Нет, только так, как поклонялся Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Об этом пойдет речь в девятом пункте. Шейх говорит, «Фаллаху халякака ли ибадатихи». Аллах, субханаху ва тааля, сотворил тебя для поклонения Ему. «Каля тааля», сказал Он, субханаху ва тааля, «Ва ма халяктул джинна валь инса илля ли ябудун». «Я создал джиннов и людей только лишь для того, чтобы они мне поклонялись». «Ва байяна ляна кайфа наабудуху». И Он разъяснил нам, каким образом мы должны Ему поклоняться. И это то, что поддается логике. Это нормально, что если Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сотворил нас, то мы должны быть благодарны Ему. А каким образом мы должны быть благодарны Ему? Так как Он этого любит и так как Он этим доволен. Ведь если какой-то работодатель, допустим, у нас есть, и Он дал нам работу, платит нам своевременно зарплату, может быть, еще кушать нам дает, допустим, кормит в обед, может быть, даже предоставил место жилья и так далее. И мы говорим, да, мы должны быть ему благодарны. И в знак благодарности мы разобьем его машину, допустим. Он скажет, так это не благодарность, он этим недоволен, он это не любит. Мы скажем, ну я вот так благодарю. Я вот так хочу его отблагодарить. Хочу отблагодарить так, как вот мне угодно. Мы говорим, нет, субханаллах, ты должен отблагодарить так, даже человека должен благодарить так, как он это любит, как бы ему это понравилось, как он будет этим доволен. Так что же тогда сказать о Всевышнем Аллахе? Тем более наша благодарность, которая выражается в поклонении ему, субханаху ва тааля, должна быть таким образом, как он это любит и как он этим доволен.
А он сообщил нам в Коране, что он доволен таким поклонением, которое соответствует поклонению его любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть мы должны следовать в ибада, в поклонении, или же во всех видах поклонения нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому он говорит, «Ва байяна лана кайфа наъбудуху». Аллах разъяснил нам, как мы ему должны поклоняться, каким образом мы должны благодарить его нашим поклонением. «Фаарсаля расуляху бильхуда ва диниль хак». И Аллах послал своего посланника Мухаммада, алейхиссалату вассалям, бильхуда ва диниль хак, с прямым руководством и религией истины. Как сказал Всевышний Аллах, «Каля джалля джалалю, хуа ладзи арсаля расуляху бильхуда ва диниль хак». Он тот, который послал своего посланника с худа, с прямым руководством и религией истины, для того, чтобы она обрела верх над всеми остальными религиями, даже если это не нравится многобожникам. Аль-худа – прямое руководство, с которым Всевышний Аллах послал Мухаммада. Аль-ильмун-нафи – это полезные знания, с которыми он к нам явился. Можно сказать, теория. То есть та теория, с которой пришел к нам Мухаммад, салям. Но также вместе с теорией он пришел у адиниль хак, с религией истины. Религия истины – это практика. Как у нас сказано, аль-амалю салих, праведные деяния. То есть, когда мы говорим, что Мухаммад, Аллах послал Мухаммада с прямым руководством и религией истины, то есть с полезными знаниями и с праведными деяниями. То есть, как теорией, так и с практикой. فَقَدْ بَعَثَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. И Аллах, субханаху ва тааля, послал своего пророка Мухаммада для того, чтобы ему подчинялись по велению Всевышнего Аллаха. Подчинялись так, как любит Всевышний Аллах, табарака ва тааля. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. Сказал Всевышний Аллах в Коране, в суре Ан-Ниса, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Какого бы мы посланника ни посылали, или всех посланников, которых мы послали, только лишь для того, чтобы им подчинялись по велению Всевышнего Аллаха. Каким образом подчинялись? Так, как Аллах велел. По велению, по дозволению Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Далее шейх начинает приводить доводы из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва салям, и говорит, وَقَدْ أَمَرَنَا النَّبِيُّ саллаллаху алейхи ва салям بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ. И сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также обязал нас в поклонениях следовать ему. Факаля, и сказал, саллю камару айтумуни усалли, молитесь так, как вы видели молящимся меня. Молитесь таким образом, как совершал молитву я. Вакаля, саллаллаху алейхи вассалям, также Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хузу анни манасикакум, берите от меня ваши обряды, или же лита хузу манасикакум, повторяйте за мной ваши обряды, имейте в виду обряды хаджа. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Также сказал Мухаммад, عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامْ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. А тот же, кто отворачивается от моей сунны, тот не из нас. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ. Также Мухаммад, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ, сказал, مَنْ تَوَضَّى نَحْوَ وُضُوءِ هَذَا. Тот, кто возьмет вуду, то есть тахарат, подобно вот этому вуду, то есть подобно тому, как я беру тахарат, видите, во всех разных видах поклонения призывается в следовании ему, то будет то-то и то-то, сказал. В каких местах? Когда пророк, саллаху алейху ассалям, в первый хадис, который привел шейх, сказал, «Соллю камару айтуму не усалли». Это случилось тогда, когда к нему пришли группа молодых людей, и около 20 дней, если не ошибаюсь, жили вместе с пророком, саллаху алейху ассалям, чему-то обучались и так далее. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им, возвращайтесь к своим домам, обучите тому, чего мы научились ваши семьи и так далее, и сказал, соллю камароиту муни усолли, и молитесь так, как вы видели меня молящимся. Также очень важный вопрос. В наше время, когда людей спрашивают, а почему ты молишься именно таким образом? Потому что я видел, что мой отец так молится. А почему ты в молитве совершаешь то-то и то-то? Я видел, как мой дедушка так делает. А почему ты в своей молитве говоришь вот такие слова, потому что нас мадраса так научили. А почему? Субханаллах, наши молитвы и все остальные поклонения должны соответствовать сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ты должен сказать на каждое действие, ты должен ответить, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал так-то и так-то. Потому что он, алейхи саляту вассалям, говорил так-то и так-то. Потому что его действия были такими-то и такими-то. Именно поэтому я так делаю. И он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Соллю камароиту муни усолли», и молитесь так, как вы видели меня молящимся. Поэтому если у нас стоит вопрос, молиться так, как мы прочитали в каком-то хадисе,
узнали с достоверным доводом, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, молитвы совершал именно вот так, а с другой стороны у нас стоит, ну ведь меня же научили так, ну ведь и отец мой так делал, ну и дед мой так делал, чему отдать предпочтение? Несомненно, первому, потому что это приказ Мухаммада, молитесь так, как вы видели, меня молящимся. В другом хадисе Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Хузу анни манасикакум», это касается обряда хаджа, когда он, да благословит его Аллах и приветствует, совершал хадж, это был яуму нахр, день жертвоприношения. В то время, когда он делал рами, то есть кидал камни, он сказал эти слова, сказал, берите от меня ваши обряды. Другими словами, совершайте хадж так, как я совершаю хадж. В хадисе, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Фаман рагиба ан суннати», а тот, кто не желает моей сунны, тот не из нас, о ком речь здесь идет, когда три человека подошли к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и посчитали его действия малочисленными. Один из них сказал, что касается меня, то я никогда не женюсь. Второй сказал, что касается меня, то я всегда буду поститься ежедневно. Третий сказал, что касается меня, то я не буду спать, я буду каждую ночь совершать тахаджуд и ночные молитвы. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, воистину я самый богобоязненный из нас, из вас. Но вместе с этим я иногда сплю, иногда молюсь, иногда пощусь, иногда совершаю разговение. И также что? Сказал, я женюсь. Сказал, «Фаман рагиба ан суннати, фалейса минни». А тот, кто не желает моей сунны, тот не из нас. Указал, что в остальных обрядах поклонения также надо следовать сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается хадиса, где он сказал, «Мэн тавадду анахма вуду и хаза». Тот, кто совершит вуду наподобие вот этого, то такая-то, такая-то ему награда полагается. Это у нас хадис Усмана ибн Аффана, когда он позвал своего слугу, попросил принести его воду, и он ему полил, он показал, сказал, вуду берется следующим образом, помыл руки, рот и так далее, и так далее. И затем сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, тот, кто совершит омовение подобно этому, то есть, опять же, побуждал даже в вопросе омовения следовать его сунне, саллиллаху алейхи вассалям. Это что касается хадисов. Идан, «Та'буду Аллаха кама умирта». Поэтому делаем итог. Ты должен поклоняться Всевышнему Аллаху так, как тебе было велено. И поэтому «Каля Азза ва Джаль» сказал Всевышний Аллах «Фастаким кама умирт, ва ман таба маак». Будь стоек или придерживайся прямого пути так, как тебе было велено. Религия – это не «я хочу, ты хочешь, мне так кажется». А это сказал Аллах, сказал пророк. Аллах велел так-то, пророк совершал таким-то, таким-то образом. Кама умирт. Подобно тому, как было велено от Всевышнего Аллаха. Только так совершается айбада. Фаянбаги антакуна л'айбадату аля суннати расули ляхи саллиллаху алейхи вассалям. Мы понимаем то, что поклонение должно быть по сунне пророка саллиллаху алейхи вассалям. Фаман та'аббад Аллаха азза ва джалля аля гайри суннати расуль. Фалян якбал Аллаху минху. Тот же кто? Будет поклоняться Всевышнему Аллаху не по сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от него не будет принято это поклонение. Грош цена такому поклонению, которое не соответствует сунне. Вот далилю каулю Аллахи та'аля, доводом же служат слова Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, «Аллязи халякал маута валь хаята ли аблюакум айюкум ахсану амаля». Он тот, который создал смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, чьи деяния окажутся лучше. «Валь амалю ль хасан» – наилучшие деяния, хорошие деяния, Макана халисан лилля. Это деяния, которые были искренне совершены ради Аллаха, савабан аля суннати расулилля. И были совершены правильно, в соответствии с сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. От многих людей можно услышать в наши дни, когда говоришь, нужно поклоняться Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Или когда побуждают кого-то к поклонению, говорят, да ты главное будь искренен. И все, больше ничего не надо. Если ты искренне будешь Всевышнему Аллаху поклоняться, Аллах примет. Мы говорим, нет. И не потому, что нам так хочется, а потому, что мы поклоняемся так, как Аллах велел. Искренности только лишь недостаточно. Вместе с искренностью должно быть следование пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому, комментируя этот аят, сказал Фудейль ибн Айяд, Аллах субханаху ва тааля, еще раз повторю, суре Мульк говорит, «Аллязи халякал маута валь хаята ли аблюакум айюкум ахсану амаля». Он тот, который создал смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, чьи деяния окажутся лучше. И Фудейль ибн Айяд сказал, «Эй, ахлясуху ва асвабуху». Сказал, лучшие деяния – это самые искренние и самые правильные. На что
У него спросили, а что значит искренний, что значит правильный? И он сказал, «Инна л'амаля идакана халисан, валям якун савабан, лям юкбаль». Если дело будет искренним, но не будет правильным, не будет принято. «Ва идакана савабан, валям якун халисан, лям юкбаль». А если оно будет правильно выполнено, но не будет искренним, также не будет принято у Всевышнего Аллаха. «Хатта якуна халисан саваба». Пока оно не будет искренним вместе с тем, что будет правильным. И когда у него спросили, а что значит искренним, что значит правильным, он сказал «Аль-Ахлясу», сказал «Макана лилля», то, что было совершено ради Аллаха, «Вассаваб», а правильным сказал «Макана аля сунна», то, что было совершено в соответствии с сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И это, как говорят ученые, считается двумя условиями принятия дел. Если ты хочешь, чтобы твои дела поклонения были приняты, они должны быть искренни и соответствовать сунне. Поэтому прежде чем какое-то дело совершить, нужно задать себе два вопроса. Лиман, для кого я это сейчас совершаю? Что я от этого хочу, от этого дела? Довольство Аллаха или чего-либо еще? Второе, кайф. Как я его совершаю? Так ли, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или же нет? Или так, как мне хочется этого? Так, как мне ближе и удобнее его совершать? И дела будут приняты только тогда, когда на оба эти вопросы ответ будет на первый «Лилляхи», то есть «Ради Аллаха», то бишь «Искренне», «Искренне». А на второй будет что? «Вавка суннати Расуль, саллиллаху алейхи вассалям», то есть в соответствии с сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это два условия того, чтобы дела были приняты. «Каля Набию, саллиллаху алейхи вассалям», и также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в доказательство этому «Ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фаху рад». Тот, кто введет наше дело то, на что не было нашего указания, у того это дело будет отвергнуто. وَمَعْنَا رَدُّنْ أَيْ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ. То есть будет отвергнуто, имеется в виду, будет возвращено тому, кто его совершал. Всевышний Аллах такое дело не принимает. Аллах принимает только те дела, которые соответствуют сунне его посланника, алейхи саляту вассалям. То есть на которые есть далиль. وَلَوْ اجْتَهَدَ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ. Несмотря на то, что сколько бы он ни старался, и сколько бы он ни делал, если это не будет соответствовать сунне, оно не будет принято. Если кто-то на Идуль Адха, допустим, на Курбан-Байрам, в день жертвоприношения, решит принести жертву вместо коровы, или вместо верблюда, или вместо барана, 5000 кур, скажет, это дороже, и куры быстрее уйдут, и больше людей пользу получат, и так далее, скажет, 5000 кур или 10000 кур. Мы говорим, это принято не будет Всевышним Аллахом, потому что это бид'а. Это не соответствует учению Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, именно в вопросе жертвоприношения. Не соответствует тому, чему он научил. То есть, сколько бы он ни старался и не делал много дел, лякиннаху ва ля гайри суннати ар-расуль, но они не будут соответствовать сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, тот дела такого не будут приняты Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля. Кто-то может сказать, но ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто введет в наше дело то, на что не было наше указание, у того не будет принято. Он скажет, а я это не вводил. Это еще мой дедушка придумал, скажет, 5000 курей в жертву приносить. Это не я. Мы скажем, хорошо, тогда в другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман амиля амалян». Тот, кто совершит деяние, не внесет, совершит деяние, на которого не было наше указание, у того тоже не будет принято. Как это сообщается в хадисе от Айши, радиаллаху анха. Для того, чтобы дело соответствовало сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, оно должно соответствовать сунне в шести вещах. Чтобы это не было бид'а, оно не должно противоречить сунне пророка в шести вещах, как об этом говорят ученые. Во-первых, это сабаб, то есть причина совершения. Человек может делать какое-то дело, допустим, молитву, оно узаконено, но причина его молитвы может быть не так, по которой делал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Мы спросим, почему ты сегодня, именно сегодня выбрал совершать ночную молитву? Он скажет, ну потому что сегодня день рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мы говорим, это беда. Если ты обособил этот день по этой причине, то здесь несоответствие причине. И это будет новшеством. Второе, это джинс. То есть она должна быть из рода того, что узаконено шариатом. То есть миннафсиль джинс. Как кто-то, допустим, скажет то, что я бегаю, прыгаю и кричу имя Аллах. Бегаю по кругу и кричу имя Аллах. Вот это поклонение. Мы говорим, это не из рода узаконенных поклонений. Ты противоречишь джинсуль амаль. Поэтому это бид'а. Также оно должно соответствовать кадр. Ровно столько должно быть, сколько Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, совершил. Если кто-то скажет,
я буду совершать салату аль-Иша, ночной намаз, скажет, 6 ракаат. 6 же больше, чем 4? Больше. Ну, значит, награды больше. Мы говорим, нет, значит, принято не будет. Вот что значит, и все. Потому что оно будет принято только тогда, когда будет соответствовать сунне Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Нельзя делать ни больше, ни меньше, ровно столько, сколько совершал он, алейхи саляту вассалям. Также должно соответствовать в образе. Если кто-то в молитве скажет, я буду делать 3 поясных поклона и 6 земных, он поменял образ молитвы, который обучил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И тем самым это тоже бида, и тоже не будет принято. Несмотря на то, что это больше, может быть, ему это дается сложнее. Ни на что на это не смотрится. Ни на сложность, ни на количество. Всевышний Аллах не сказал, он создал смерть и жизнь для того, чтобы посмотреть, чьих деяний окажется больше. Чьих ракаат окажется больше. Чьих... Нет, он сказал, лучше. А что значит лучше? Искренне и по сунне, а не больше. Поэтому не гоняемся за количеством, а централизуем свое внимание на качестве. Также для того, чтобы не впасть в бидъа, мы должны знать, что наше поклонение должно соответствовать времени и месту. Должно совершаться в том месте, где совершал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Если кто-то скажет, мы будем делать хадж в такой-то республике, к такому-такому-то мавзолею, или в таких-то местах, где когда-то были сахабы, там мы будем делать таваф, там мы будем приносить жертву, там и рамьи тоже можно сделать, камушки покидать. Ну и мабит там найдем, где сделать, переночевать. Скажем, хадж будем делать туда. Мы скажем, это бида. Хадж совершается к дому Всевышнего Аллаха в Мекке. Просим облегчить нам путь в хадж и в умру, и открыть для нас двери в ближайшее время. И также аззаман, то есть время, также должно быть соблюдено. Если кто-то будет совершать намазы или же другие виды поклонения не в то время, когда совершал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, у него также не будет это принято. Валлаху тааля аля. Значит, в 9-м пункте мы поняли, что мусульманин в своем поклонении, которое он адресует единому Аллаху и не передает ему сотоварищей, должен совершать его так, как научил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Достаточно ли этого? Нет. Есть еще один очень важный пункт, а это 10-й вопрос нашей книги. Аль-мас'алату аль-ашира, ан такуна мутаби'ан ли асхаби ар-расуль, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы человек был следующим за сподвижниками пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Не просто за сунной пророка, а также в понимании сподвижников. Эту сунну, его путь, он должен понимать так, как понимали сподвижники его, ридуанулахи алейхим. Какой довод? Говорит шейх. «Фа инна Аллаха якулю фи китабихи л-азиз». Говорит Всевышний Аллах в своем почетном писании. «Ва ман юшакик ар-расуля мин ба'ди ма табайяна лаху л-худа». وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Аллах говорит, тот же, кто воспротивится посланнику после того, как стал ему ясен прямой путь, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ и не последует путем верующих, мы обернем его туда, куда он сам обернулся, и сожжем его в гиене, и как же скверно это место прибытия. Аллах начинает этот аят со слов «Вамай юшакахи ар-расуль» – «Тот, кто воспротивится посланнику». «Эй, юхалифу ар-расуль» – то есть будет противоречить посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. «Фаякуну ар-расулю саляллаху алейху ассалям фи шиккин, ваху фи шиккин ахар» – как будто бы, то есть так, что пророк саляллаху с одной стороны, а он совсем с другой стороны. Пророк саляллаху делает так, а он делает по-другому. Пророк саляллаху говорил одни слова, он говорит другие. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, имел одни убеждения, он имеет другие. «Вамай юшакик ар-расуль» – тот, кто противоречит, воспротивился посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. «Мин ба'ди ма табайяна лаху л-худа» – после того, как ему стал ясен прямой путь. После того, как прямой путь ему стал ясен. Многие говорят, нет, не обязательно доносить. Если человек делает ширк, все, он мушрик. Сразу. Мы говорим, нет, субханаллах. Если до него был доведен довод, если он понял этот довод, правильным, должным образом был донесен, и он правильно его понял. Поэтому Аллах говорит, «Мин ба'ди ма табайяна ляху л-худа» – после того, как ему стал ясен прямой путь. А если до человека никто не доводил, и не ясен ему этот прямой путь, не знает он, в чем он заключается, и впал во что-то, даже, может быть, из многобожия, то он не входит в этот аят. Тот, кого Аллах субханаху ва тааля сожгет в гиене и так далее. Нет, обязательно. Аллах субханаху ва тааля говорит, «Ва ма кунна муаззибина хатта набааса расуля». И мы никого не наказывали, пока не посылали к ним посланника, чтобы они разъяснили им прямой путь.
Но важно для нас сейчас что? Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваяттаби гайра сабилиль муминин» — и не последовал путем верующих. Значит, недостаточно только лишь послушаться пророку саллям, значит, нужно также следовать путем верующих. Ведь Аллах говорит о великой угрозе тому, кто воспротивился посланнику, а также тому, кто не последовал путем верующих. Ас-сабиль, то есть путь, ход тарик, это дорога. Фальмана, то есть смысл этого аята, яттаби гайра тарик аль-муминин, не последовал дорогой верующих. Валь-муминуна хумус сахаба, а верующие, под верующими, имеется в виду сподвижники, ради Аллаху анхум, лианнаху лам якун саммата муминуна инда нузули аль-Куран илля сахаба. Ведь во время ниспосылания Кур'ана, снисхождения Кур'ана, не было других верующих, кроме сахабов. О ком может Всевышний Аллах говорить, как о верующих в те времена, во времена ниспослания Кур'ана, если там не было верующих, кроме сахабов? Фасара ма'на л-ая, получается, мы понимаем, что смысл аята, «Вама яттаби' тариқан мухалифан лир-расуль, саллаллаху алейхи вассалям, ва асхабихи». То есть можно следующим образом сказать: тот, кто воспротивился посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и не последовал путем сахабов, не последовал дорогой сподвижников. Аллах говорит: «Фаджазауху маджаа фи татиммату-ль ая», то воздаянием такого будет то, что сообщено в конце этого аята: «Нуваллихи ма тавалля», мы обернем его туда, куда он сам обернулся, «Вануслихи джаханнам», и вернем его в огонь, «Васаат масыра», и скверно же это место прибытия. فَمُخَالَفَةُ هَدِي الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَ بِالْأَمْرِ هَيِّنٍ. И противоречить пути сподвижникам – это не нечто легкое. Это не так, что подумаешь, не последовал, не последовал. Аллах Субханаху ва Тааля не высказал бы такой угрозы, если бы это было какое-то незначительное дело, понимание сподвижников, понимание религии так, как понимали они, исповедание религии так, как исповедовали они. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِأَنَّ هَدْيَهُمْ تَدْبِيقٌ عَمَلِي لِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدِيهِ. Потому что их путь является практическим упражнением, воплощением на практике сун пророка, صلى الله عليه وسلم. Узнавая то, на чем были сахабы, мы можем посмотреть, как воплощать сунну пророка, صلى الله عليه وسلم, в жизнь, практикуя ее, и его путь. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم, сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Инна бани Исраиль тафаррақат аля синтейни ва саб'ина милля». Воистину сыны Исраиля, иудеи, разделились на 72 группы, на 72 партии, течения. «Ва тафтарику уммати аля саляфин ва саб'ина милля». Моя же община разделится на 73 группы, разные секты, группы, течения и так далее. «Куллюхум финнар», сказал, «все они в огне». Что значит «все в огне»? Значит, все однозначно навечно попадут в огонь неверующие? Нет. Имеется в виду, что это действие, то, что они каждый из них по-своему отклонился от пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И вот за это отклонение считается грехом. А за грех есть угроза огня. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, каждый из них под угрозой огня. Каждый из 73 течений под угрозой огня. По мере их отклонения от сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть настолько, насколько они отклонились, настолько и будут наказаны, если не помилует их Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Каждому есть угроза огня, кроме илля миллятан вахида. Пророк Саллаллаху алейхи ва Саллям сказал, кроме одной группы, которая будет спасена от огня. Калю, сподвижники сказали, ва ман хия я расуль Аллах. А что это за группа у посланника Аллаха? Каль, он сказал, ма ана алейхи ва асхаби. Это те, кто придерживается того, на чем я, и не ограничился этим, сказал, и мои сподвижники. Если бы это не было важно, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не упомянул бы это. Но он сказал, что спасшаяся группа, спасшаяся от огня группа, единственная из 73, это те, кто следует тому, на чем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. И его сподвижники. Значит, следование и понимание сподвижниками религии очень важно. Лямма каля Набию, саллиллаху алейхи вассалям, когда наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ва тафтарику уммати аля саляфин ва саб'ина милля», и разделится моя община, то есть разделятся мусульмане на 73 течения, «Куллюхум финнар илля милля вахида», все в огне, то есть для каждого есть угроза огня, кроме единой. «Лям яс али сахабату, рады Аллаху анхум, анил халикин», не стали сподвижники спрашивать о тех, кто подвергнется угрозе огня, о погибших. Не стали, то есть не стали сахабы спрашивать о погибших. «Валям яс алю ани финтейн, вас саб'ина фирка».
не стали спрашивать об этих 72 оставшихся. وَإِنَّمَا سَأَلُوا عَنِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ Однако они спросили о спасшейся. А кто спасется, я Расуль Аллах? Кто от огня будет убережен? قَالُوا Они сказали, وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Кто эти? Единственная спасшаяся группа, на что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ Те, кто придерживается своих убеждений, делах и словах того, на чем, чего придерживаюсь я, и мои сподвижники. Очень важный момент. И мои сподвижники. فذكر صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية لابد أن تتبع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي صحبه الكرام. Мухаммад, صلى الله عليه وسلم, упомянул, что спасшаяся группа, то, что называют الفرقة الناجية, она обязательно должна, если человек хочет быть из спасшейся группы, которая будет спасена от адского огня, он должен быть из тех, кто следует руководству Мухаммада, صلى الله عليه وسلم, и его благородных сподвижников. Как сказал шейх Ибн Усаймин, Наджия, почему эта фирка, группа, одна из 73, названа Наджия, спасшаяся. Хия фид дунья мин аль бидаи салима минха. То есть, потому что она спаслась в этой дунье от новшеств и ереси, не вводит в религию новшество и ересь, и спаслись они от этого. Ва наджия тун филь ахирати мин аннар. И будет она спасшаяся в ахирате от огня. То есть, в следующем свете она будет спасена от адского огня. وَقَالَ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ Также Мухаммад саллаллаху алейхи вассаляма сказал «Усыкум битакву Аллахи вассам'и ваттаа» «Я завещаю вам бояться Всевышнего Аллаха, богобоязненность». Также послушание и повиновение. Имеется в виду послушание и повиновение правителям мусульман. Хуккам, то есть хакимам, или же амирам, или же президентам в наше время. Если президент или же правитель или хаким, мусульманин и управляет мусульманами, то было велено слушаться и подчиняться ему. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: "Вассама и ватта". Я повелеваю вам слушаться и подчиняться. Ва ин абдан хабашиян, даже если это будет хабашитский раб, то есть эфиопский раб. Фа иннаху ман яиш минкум бади фа сайра ихтилафан касира. И тот из вас, кто после меня проживет долго, то увидит много разногласий. Фа алейкум биссуннати وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّشِدِينَ Поэтому вам надлежит или же является обязательным придерживаться моей сунны. Ограничился? Нет. Сказал, из сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Моей сунны? Раз. Из сунны праведных халифов, ведомых прямым путем? Два. تَمَسَّكُوا بِهَا Держитесь же за нее. وَعَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ Схватитесь за нее коренными зубами. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ И сторонитесь новшеств в деяниях. Ва инна кулля мухдасатин бид'а. Воистину, каждое новшество является ересью. Ва куллю бид'атин даляля. А каждая ересь является заблуждением. Далее шейх говорит, ва каулюху саллаллаху алейхи вассалям, адду алейха бин наваджид. Схватитесь за нее наваджид. Что такое наваджид? Би асняникум, то есть своими зубами, коренными зубами схватитесь. Ва хуа хассун аля шиддати тамасук бис сунна. Что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел подчеркнуть, когда сказал, схватитесь за нее коренными зубами, следуйте моей сунне, не просто следуйте, а схватитесь за нее коренными зубами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел показать, побудить нас крепко придерживаться сунны. У Аллахи в наши дни некоторые люди не крепко придерживаются сунны. Грубо говоря, со сменной властью меняют то, чего они придерживаются. Как грубый пример просто был, допустим, один муфтий, и вот как мы с вами уже прочитали книгу на эту тему, альхамдулля, Аллах Субханаху Ва-Та'аля фиссама, то что Аллах наверху. И был, грубо говоря, один муфтий в какой-то республике или в какой-то стране, и говорил, что то, что придерживался убеждений, что Всевышний Аллах Субханаху Ва-Та'аля фиссама, обосновывал эти убеждения с доводом, с доказательством, и люди, которые прислушивались к нему, присутствовали на его проповедях, взяли это себе в идеологию, что Всевышний Аллах, он наверху, над небесами. Аляль арши става. Однако приходит другой человек на смену его и говорит, нет-нет, законы меняются, сейчас мы становимся такими-то, такими-то и должны иметь другую идеологию, что Всевышний Аллах, он везде. И многие люди говорят, ну да, хорошо, давайте будем иметь идеологию, что Всевышний Аллах везде, сменим нашу акиду. Первый вопрос у меня возникает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел придерживаться его сунны. Придерживаться его сунны в чем? Только лишь в том, чтобы с мисваком, с сиваком в зубах ходить? Или же во всем? Во всем. А во всем это что? В первую очередь это идеология.
акида, вероубеждение. В этом наше вероубеждение должно быть такое, как у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из подвижников. Второе – это дела. Наши дела должны соответствовать своим образом, местом, временем и видам и так далее, делам, которые совершал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. И третье – это слова. Мы должны говорить то, что говорили они. Так вот, вопрос вероубеждения. Если мы поняли, что в каком-то вопросе из вопросов акиды Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, имел определенную идеологию, значит, это сунна. И нам было велено следовать сунне. Альхамдулля, мы следуем. Но как только сменилась власть или попросили нас придерживаться другой идеологии, можем ли мы сказать, да, с сегодняшнего дня меняем свою идеологию, свою акиду, будем придерживаться другой. Почему? Ну нам же сказал же такой-то другой идеологии придерживаться. Да, на то были доводы, ну этого тоже, наверное, свои доводы есть. Давайте поменяем, будем придерживаться другого. Разве к этому призывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Разве та идеология, которую ты почерпнул из Кур'ана, сунны, обоснована словами сподвижников, и не было в этом разногласия, как, допустим, в вопросе то, что Всевышний Аллах наверху над небесами, ты можешь поменять просто лишь по причине того, что кто-то сказал, давайте меняем нашу акиду, теперь мы будем такими-то, будем матуридитами, будем ашаритами. Будем ли мы из тех, обращаясь к кому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Адду алейха бин наваджиф», схватитесь за нее коренными зубами. Аллаху аль-мустаан. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам велит держаться правильной акиды, правильных деяний, страницы бидатов, держаться коренными зубами, а мы говорим, ну ладно, так же, ну, сейчас вот так, другого будем держаться. Ну и это тоже, наверное, правы. Аллаху аль-мустаан. Нас алюллаху аль-афу аль-афи. Далее шейх говорит, то, что в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, побуждение крепко придерживаться сунны, не отходить от сунны, быть стойкими в исповедании нашей религии, а в частности пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И он сказал, «Адду алейха бин наваджис, валям якуль алейхима». Мы сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побудил, во-первых, придерживаться его сунны, во-вторых, придерживаться сунны праведных сахабов. А затем сказал, держитесь ее коренными зубами. Кого ее? Не сказал, придерживайтесь их коренными зубами, а сказал ее. Первый или второй? Мы говорим, первый от второй ничем не отличается. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, адду алейха. Держитесь ее, этой сунны. Так как его сунна, это и есть сунна его сподвижников. Адду алейха бин наваджис. Фихи далалатун аля анна суннат, аля анна суннат аль-хуляфа ир-рашидин аль-махдин хия мин суннат ир-расуль. Саллаллаху алейхи вассалям, то, что мы сказали. Факуллю ман яддаи иттибаа китабиллахи ва суннати расулихи саллаллаху алейхи вассалям ва махаббатахума фаяльзамуху л'амаль вафка фахми сахаба. Любой тот, кто заявляет, что следует книге Аллаха и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и говорит о своей любви к Аллаху и его посланнику, то ему следует совершать дела в понимании сподвижников. Тот, кто говорит, что он любит посланника, саллиллаху алейхи вассалям, Всевышнего Аллаха, он должен следовать сунне, он должен понимать религию так, как сахабы, если действительно любит. «Ва адрибу лякум мисален». Шейх говорит, я вам приведу пример. «Баъду ан-нас яхтафилюна би маулидин наби, саллиллаху алейхи вассалям». Некоторые люди справляют день рождения пророка. Говорят, день рождения пророка, маулид и так далее. «Кулля санатин», ежегодно, каждый год это делают. «Ва индама тасалюху, халихтафаля сахабату». Если ты у них спросишь, а сподвижники праздновали день рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или же нет? Якуль, он говорит, нахну нухиббу расуль. Так мы ведь любим пророка, поэтому мы это делаем только лишь из-за любви к нему. Алейхи саляту вассалям. Фаюкалю лахум, таким людям говорится, халь антум тухиббуна расуль, саллиллаху алейхи вассалям, акфара мин махаббати сахаба лаху. Вы любите пророка, да благословит его Аллах и приветствует, больше, чем сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, любили его. فَنَحْنُ مَأْمُرُونَ أَنْ نَفْعَلَكَ فِعْلِهِمْ. Ведь нам было велено совершать то, что совершали они. И отстраниться от совершения того, что не совершали они. Валлахи, 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 братья. Если сподвижники чего-то не делали, то они это не делали не потому, что не знали, что это надо делать, а они это не делали потому, что знали, что этого не надо делать. Железное правило. Далее шейх говорит, мы должны следовать их пути.
и придерживаться их сунны, кама каля Наби саллаллаху алейхи вассалям, как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Фа алейкум би суннати ва суннати аль-хулафа аль-махдина ар-рашидин». Придерживайтесь же моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Ва каль, также он сказал: «Иктаду биллязайн мин ба'ди Аби Бакрин ва Умар». Следуйте двоим после меня, а это Абу Бакр и Умар, конкретно уже выделил. Фас-сахабату, то есть опять же побуждает к следованию сподвижникам. В общем, и в данном хадисе за Абу Бакром и Умаром, в частности, радиаллаху анхума, хум хайруль башар, ведь сподвижники это лучшие люди, ба'даль анбияй валь мурсалин, после пророков и посланников. Кама каля та'аля, как сказал Всевышний Аллах, кунтум хайра умматин ухриджат линнас, та'муруна биль ма'руф, ва танхауна аниль мункар, ва тукминуна биллях. Вы были лучшей общиной, которая была выведена к людям. Вы побуждаете к одобряемому и отстраняете от порицаемого, и веруете во Всевышнего Аллаха. فَيَدْخُلُ السَّحَابَةُ فِي هَذِهِ الْآيَ دُخُلًا أَوَّلِينَ. И первые, кто входит в этот аят, это сподвижники. То есть вы были лучшей общиной, вы кто? Обращение во втором лице, во множественном числе, во времени послания Корана. Никому, кроме сподвижников. В первую очередь это сподвижники, а затем уже все мусульмане после них. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُؤْمِنٌ سِوَاهُمْ. Потому что в то время не было верующих, кроме них. Инда нузуль аля, в то время, когда этот аят не посылался, ва якулю расуль саллаллаху алейхи вассалям, и пророк алейхи саляту вассалям также сказал: хайру наси карни сумма аллазина ялунахум сумма аллазина ялунахум, лучшие люди это люди моего поколения, затем те, которые после них, затем те, которые после них. Фашахида лахум раббуль аламин, и сам Всевышний Аллах, Господь миров, засвидетельствовал за них: би аннахум хайруль умма хайруль умам, что они являются лучшими из общин, из народов. وَشَهِدَ لَهُمْ خَتَمُ الْمُرْسَلِينَ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونَ, и засвидетельствовал за них последний печать всех посланников, что они являются лучшим поколением. وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِمَثَابَةِ التَّدْبِيقِ الْحَمَلِي لِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Сподвижники, они подобно практическому примеру для сунны пророка саллаллаху алейхи вассалям. Если Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям о чем-то говорил, то мы на практике можем увидеть, как сахабы это воплощали в жизнь. فَقَدْ تَأْتِي أَوَامِرُ مُطْلَقَةً فَيَفْحَمُ مِنْهَ بَعْضُ النَّاسِ الْعَمَلَ عَلَى إِطْلَاقِهِ. Иногда бывают какие-то общие веления, и люди из этого понимают общий смысл этих велений. فَيُقَالُ لَهُمْ, и у них мы спросим: هَلْ فَهِمَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا تَفْعَلُونَهُ الْيَوْمَ. Понимали ли так сподвижники то, что вы вот сейчас делаете? Когда пророк саллям сказал: «Премного поминать Аллаха, премного поминать Аллаха», и люди, опираясь на это, начинают бегать кругами, говорить какие-то поминания неузаконенные и так далее, выделять какие-то места конкретные, какие-то дни. Мы говорим: подождите, да, пророк саллям велел, а сахабы практиковали таким образом? Кто-нибудь из них так делал? Понял ли так же, как ты понял? Или мы зададим таким людям вопрос, скажем: субханаллах, а откуда ты знаешь? Допустим, Аллах субханаху ва-тааля сказал: «Вадкуру Аллаха дикран кафира», «Поминайте Аллаха премного». Они говорят: поэтому мы каждый день собираемся, бегаем кругами и поминаем Всевышнего Аллаха премного. Мы по тысячу, по пять тысяч раз можем произносить «Аллах, Аллах, Аллах» и тому подобное. Мы говорим: хорошо, на что ты опираешься? Он говорит: Аллах субханаху ва-тааля сказал: «Вадкуру Аллаха дикран кафира», «Поминайте Аллаха премного». Мы говорим: а с чего ты взял, что это аят? Он говорит: ну как с чего, это сахабы зафиксировали это как аят и передали нам этот аят. Мы говорим: вот точно так же, как ты доволен передачей с подвижниками этого аята, будь доволен их пониманием этого аята. И совершай деяния так, как они совершали. Рады Аллаху анхум. فَنَحْتَجُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ إِلَى النَّظَرِ إِلَى تَدْبِيقِ الصَّحَابَ. И во многих вопросах в религии мы нуждаемся в том, чтобы посмотреть, как практиковали эти вопросы сподвижники. لِيَتَبَيَّنَ لَنَا الْمَقْصُودُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Для того, чтобы понять, что от нас желал Всевышний Аллах и его посланник. فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ يَحْتَاجُهَا الْمُسْلِمُ فِي حَيَاتِهِ. Вот это и есть 10 вопросов, в которых нуждается каждый мусульманин в своей жизни. وَالْخُلَاصَ. Итог нашей книги. Все 10. Подводим итог по всем 10 параграфам, если так можно сказать. أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نُؤْمِنَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ. Мы должны уверовать, что Аллах существует, есть. وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. Он первый, последний, явный, скрытый. وَأَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ. И что он является Господом всех миров, Создателем, Владыкой и Управляющим. وَأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى الْإِلَهُ الْحَقُّ.
и то, что Он является истинным божеством, аль-мустахикку лиль-ибада, заслуживающим поклонения. Ваяджибу ан-на'будаху, и мы должны поклоняться Ему. Ванухлиса ляху лиль-ибада, и искренне исповедовать перед Ним Его религию, искренне быть в этом поклонении. Валя нушрика бихи ахадан, никого не предавать Ему в сотоварищи. Ваяджибу ан-накфур бит-тагут, и мы должны проявить свое неверие в тагут. Уахуа куллю ма юбаду мин дуни ллахи тааля. А тагут – это все то, чему поклоняются, кроме Аллаха. То есть мы должны проявить свою непричастность и неверие во все то, чему поклоняются, кроме Аллаха, и не быть довольными этим. Ваяджибу аннуали аль муслимин аль муахидин. И мы должны любить и дружелюбно относиться к мусульманам и единобожникам. Ванатабарра мин аль куффари валь мушрикин. Или мин аль куффари аль мушрикин. И должны проявить свою непричастность к неверующим и многобожникам. Ваяджибу аннабуда Аллаха тааля кама амарана. И мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху так, как Он повелел нам поклоняться Ему. Фанакуна ли Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям муттабиин, следуя тем самым пророку саллаллаху алейхи вассалям, уабисаляфиль уммати муктадин, и также беря пример с праведных предшественников этой общины, минас сахабати ваттабиин, из числа сахабов и табиинов, рады Аллаху анхум аджмаин, да будет доволен ими всеми Аллах, ва альхакана бихим, и пусть Он соберет нас вместе и соединит с ними, биманнихи ва рахматихи, по своей милости и щедрости, ва фадлихи л'азым, по своей великой щедрости, ва альхамду лилляхи ауалян ва ахира, и хвала Всевышнему Аллаху в начале и в конце, ва захиран ва батина, скрыто и явно, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, и благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. И мы точно так же присоединяемся. Ва нас алюллаха табарака ва тааля, أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он показал нам истину истиной и помог следовать за ней, и показал нам ложь ложью и помог сторониться ее, и укрепил нас на сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и помог нам воплотить все эти 10 пунктов, которые мы изучили, поняли в делах, и принять от нас, и ввести нас в райские сады. Ва джазакум Аллаху хайран, ва субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.